Listen, let's drink up. You deaf look like big fun. Come on, let's get it on. Like that one fin gay song. I'm summer, середины лета. I know that you want it. Come on, give me something. The night is young and so are we. Смотрите, какие мы красивые. Доброе утро, у нас начало шестого, в принципе, не начало, уже 40 минут шестого, и встали мы так раненько в силу того, что мы сейчас отправляемся в Норланд, на север Швеции. Я там никогда не была за все это время, которое живу здесь, и, собственно, едем мы туда, потому что моя подружка Маша пригласила нас на празднование Мидсоммар. Мидсоммар — это, там живут ее родители. Мидсоммар — это праздник летнего солнцестояния в Швеции. И, ну, что-то такое, как у нас, допустим, в Беларуси Иван Купала. И мы, конечно, охотно согласились. Собственно, я, конечно, ночь не спала. Представляете, вообще ни на час даже у меня не получилось сомкнуть глаз. Я очень нервничаю всегда перед поездками. Поэтому не обращайте внимания на мой вид. Уже какая есть, такая есть. Нам надо добираться 9 часов. Это по минимуму. Может быть, еще больше. Но я думаю, все будет хорошо. И, конечно, я беру вас с собой. Думаю, будет интересно, поэтому оставайтесь со мной. Поехали! Так, девочки. Ты будешь помнить, да? Да? Да, Вика. Доброе утро, мы начинаем завтракать. Приятного нам аппетита! А кто ты здесь такой? Кто ты здесь такой? Ребята, у нас уже следующий день. Я вчера особо не снимала, потому что мы очень сильно устали. Сходили в сауну, расслабились, поужинали. Собственно, спала я как младенец. И вот сегодня проснулись уже, также мы позавтракали. Погода, посмотрите, просто замечательная. Это такое превосходное место. Мне кажется, сюда нужно приезжать просто на какую-то перезагрузку, потому что
просто такие эмоции, я хожу босиком, радуюсь как ребенок. Мы реально пребываем в каком-то моменте, наслаждаемся выходными. Сейчас, собственно, мы едем в магазин за продуктами, чтобы вы понимали, этот магазин находится в 11 километрах от данного населенного пункта, это уже Финляндия. Вот, и сегодня мы будем праздновать Мидсоммер, так что оставайтесь со мной. Передаю вам эти вайбики, эту красоту. Вот мы уже в Финляндии. Сейчас мы идем. Этот магазин, да, Маша? Пойдем за продуктами. Представляете, я нашла здесь свой любимый сыр. Это просто, это такой сливочный сыр с ананасом и с орехами. У нас в Швеции он раньше продавался, затем его как-то, я не знаю почему, но перестали продавать. И здесь он есть. И я, короче, себе взяла, но я не знаю, как я его довезу за 11 часов в машине. Но он просто такой вкусный, это не передать словами. Нам удалось найти огурцы, которые просто как дома. Они вот даже колючие, очень вкусные. Ну что, мы в Финляндии. Да, для меня это вообще полная заграница. Ну как необычно, правда? Вообще, и сразу какой-то контраст чувствуется, конечно. Ну как вы уже поняли, мы приехали к моим родителям отмечать Мидсаммер, середину лета. Это большой праздник в Швеции и вообще в Финляндии тоже. Судя по тому, что все сегодня закрыто. Вот здесь такой ветер, посмотрите, какая я лохматая. Приехали мы, собственно, в центр, я так понимаю, это такая набережная этого финского приграничного городка. Здесь, конечно, знаете, такой, мне кажется, здесь какие-то люди, они все в моменте, у них размеренная жизнь вообще, как-то все так вот просто на таком балансе и равновесии, что мы здесь на данный момент, мне кажется, просто притягиваем взгляды, потому что все такие эмоциональные, кричим, что-то говорим, вот, но здорово, погода чудесная такая. Слышу, Маша, какая красота. Вот мы пересекаем границу Финляндии, Швеции. Все, мы уже в Швеции, да? Нет? Вот теперь мы в Швеции. Только послушайте эту тишину и как птички поют. Ну что, мы нарвали вот такие букеты. Посмотрите, какие мы красивые. Ну, в конце-то концов, ну почему не сделать себе комплимент? Такие летние кроссовки. Посмотрите, как здесь красиво. Тишина какая, птички. Боже мой, лето! Вот наши железные кони стоят. In the bathroom, I don't care at all, baby, you got my
Боже мой, как нам круто! Я сама себе завидую. Какая красота, боже мой! Только говорит, аккуратно тут кочки, переживает моя подруженька за меня. Что ж, меня отправили плести венки. Надеюсь, я справлюсь. Пожелайте мне удачи. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here. More than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time I remember that it's over. Вот такой вот венок у меня получился. Я, конечно, хотела большой, но не настолько. Мы сейчас идем в баньку. Друзья, вот мы готовы к summer, к середине лета, сцели свои веночки. Да. Оцените нашу работу handmade. Мы старались. Кстати, мы еще не пили. Да, мы очень сильно старались. Посмотрите, какая красота. Маша... У меня уже просто слов нет. Мы и так все. Устали, если честно, но у нас праздник, glad it's summer. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't
messed up. Yeah, yeah. I always knew that this would happen. Yeah. You would find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of. Доброе утро нам, у нас следующий день, мы сейчас будем завтракать, посмотрите, какая у нас здесь красота, вкуснятина, вот, и приятного нам аппетита. Пошли гулять с собачками. Сейчас хочу вам показать немножко, как выглядит шведская деревня. Посмотрите, как все здесь аккуратненько. Здесь, конечно, такая тишина. Прям слышен шум листвы. Хочется сочинять, писать стихи, картины. Да, и шорох, да, собственных мыслей. Конечно, место для перезагрузки просто потрясающее. Посмотрите, такой вот дом в голубом пыльном цвете. Это такая особенность северной Швеции. У нас, конечно, в большинстве своем это такие красненькие домики. Вы, наверное, обратили внимание, что нет заборов. Все, домики стоят довольно обособленно друг от друга, но не огорожены ничем. Ну вот мы и пришли. Голос за кадром. Сегодня с вами будет голос за кадром. Попозируй, красавица. Вики. Сид. Исту. Вики, ой. Боже мой, белоснежная такая. Вики. Ветром снесло, да. Я летаю, я в раю. Я вышла позагорать и просто зависла. Только послушайте. Я уже, если честно, не помню, когда последний раз я вот именно отдыхала так морально. Мне кажется, у меня просто этот шум листвы вытеснил все мои какие-то мысли, которые были в голове, все там проветрил. И я, короче, приеду полностью обновленная в Стокгольм, потому что просто полнейшая релаксация. Я сплю как ребенок. Я просто вот ложусь и сразу вырубаюсь. Это очень редко у меня происходит, конечно, в Стокгольме. Вот, ну и, конечно, сама природа просто потрясающая. Так все колоритно, так красиво. Я никогда не могла подумать, что на севере Швеции мне вот так понравится. Конечно, гостеприимство. Я настолько благодарна, Машуля, спасибо тебе за приглашение, твоим родителям за гостеприимство. Для нас это просто настоящий такой мини-отпуск. Я чувствую себя уже отдохнувшей, хотя нам завтра еще утром предстоит дорога. И, в принципе, мы будем добираться часов, ну, 10, наверное. Вот, и, конечно, жара у нас. Но я думаю, мы справимся, все будет хорошо, вот. Ну, а сейчас я в моменте. Друзья, мы сейчас приехали в порт, который находится недалеко. Здесь буквально 3 километра. И я, конечно, хочу вам показать эту красоту.
Посмотрите, как красиво, здесь такая тишина. Кто-то рядышком есть кемпинг, и видно, приезжают люди просто на арендованных домах на колесах и просто вот здесь отдыхают, зависают, потому что воздух непередаваемый, такая нордическая, суровая природа, и, конечно, запах моря. Это вам просто вот не передать через камеру, но здесь просто потрясающе. Сейчас хочу вам показать это все, потому что очень колоритно. Ну что ж, на этом у меня все. Буду с вами прощаться и буду заканчивать свой влог. Я очень надеюсь, что вам понравился он, и мне было приятно поделиться своими какими-то впечатлениями и этими моментами. Мы действительно очень хорошо отдохнули. Сейчас мы уже поедем домой, потому что завтра нам рано очень выезжать. И я еще раз хочу вас поблагодарить за просмотр. Если вам понравилось, пожалуйста, поддержите меня лайком, подписывайтесь на мой канал, и всего вам самого-самого хорошего. До скорых встреч. Пока-пока. Trust me. You want the world for you.